Йоу, привет, друзья, с вами снова Грузин, и сейчас будет реакция, кстати, на клип, который вы оставляли в комментариях. Короче, что я несу? Lil Morty и 044 Rose. Неизвестные мне ребята. Трек называется «Формула-1». Я так полагаю, ребята представляют российский рэп, да, российскую культуру, то есть... Надеемся, что они достойно представят ее в нашей рубрике «Реакция грузина». Ладно, это я типа от себя чем уже несу. Shoot by Никита Замойский, да? Опа-опа, опасные пацаны. Формула 1, формула 1, формула 1, формула 1. Интересно, какой город это? Красавцы, парни. Качёво звучит. Пока раскрутил. Папиту без парафина исказил. Давай попробуй под нас закоси. Все равно не хватит сил. Все равно не хватит сил. Формула 1, мы Формула 1. Понимаете, это вот тот случай, когда... Простые пацаны, но делают качественно. Красавцы, реально. Просто от души. Я меняю, сука, ты меняешь кингфин. Даун, хилл, зани, пил. Не говори мне, что любишь тил. Куда стремиться? Реально достойно звучит. Может ставить конкуренцию вот всяким... Не хочу называть имена, которые сейчас якобы хайповые в русском рэпе. Пустой пак, забирай все, что я. Я думаю, вы поняли, о ком я. Мысли во мне скользим на бите. Эй, все, о чем мечтаешь, надоело мне. Мой товарищ, слава твой, Вадим 041. Эй, Формула 1, мы Формула 1. Эй, Формула 1, мы Формула 1. Нет, молодцы, ребят, реально. Формула 1, Роза Морти, Роза Морти. Главное не останавливаться на вот этом. Звучит качево, парни раскачивают. И музыка круто звучит. Видно, что простые пацаны чисто делают по настроению. Круто, ребят, реально. Респект, респект, респект таким ребятам. Вот тут реально без всякой фальши, без всего. Реально молодцы. Такая реакция получилась, ребят. Реально парни удивили и как бы... Знаете, вот... Я еще раз говорю, вот сейчас, который исполняет якобы хайповый. Просто я не хочу называть там каких-то конкретных, чтобы потом меня засирали. Просто я в целом скажу, что... Ребята хоть и типа не такие известные, да, наверное, сейчас. Но они могут составить конкуренцию чувакам, которые сейчас гонят там... по концертам и так далее, раздают концерты, то есть, вот, я уже говорил про это неоднократно, что не всех тех, кто, блядь, я сейчас опять сморожу, как Кличко, все, ладно, будете говорить, что я тупой, пробитый камень. Ребята, молодцы, Формула 1, Формула 1, молодцы, звучит круто, раскачали, все обалденно. До новых встреч, оставляйте комментарии. Скоро увидимся, ребят. Всех обнял.